ты российская, наша земля. Мощная, сильная, красивая песня льется над Москвой. Фирменное звучание Заваленки ни с чем не спутаешь. Яркие костюмы, бравый настрой, аутентичность исполнения. В начале октября ансамблю песни и танца посчастливилось побывать на самом крупном фестивале казачьей культуры в парке-заповеднике Царицыно. Поездка на фестиваль казачьей станицы Москва состоялась благодаря помощи компании «Металлоинвест». Когда бы мы не обратились к Николаю Александровичу Шляхову или Ирине Викторовне Дружининой, мы всегда находим поддержку и понимание в решении всех наших вопросов. Именно поэтому имеем, наверное, такую замечательную, уникальную возможность принимать участие в международных фестивалях, конкурсах и достойно представлять свой город на лучших сценических площадках нашей страны. В этом году казачья станица собрала 3800 представителей культуры, более 78 лучших творческих коллективов из 36 регионов России. Заваленка стала лауреатом первой степени в номинации за исполнительское мастерство, и артисты ансамбля действительно мастера своего дела. Многочасовые репетиции каждого творческого номера завершаются ярким представлением на сцене. В репертуаре коллектива более 150 музыкальных произведений, народные гуляния, обряды, праздники. Выступление староскольских народников стало украшением казачьей станицы. Фестиваль очень понравился всему коллективу. Давно мы так не выезжали, потому что все время как-то у нас получалось со скоком. Выступили, уехали. В этот раз мы приехали, и замечательная организация фестиваля, и чудесное место проведения было. Фольклор южных регионов России, традиционное народное наследие областей Черноземья. Таков географический охват творчества Заваленки. Артисты трепетно относятся к реконструкции русского традиционного многоголосия, народного танца в сочетании с инструментальной импровизацией. Стараются донести до слушателя русскую песню во всей своей глубине и самобытности. Это и оценило жюри фестиваля «Казачья станица Москва». Коллектив из Старого Оскола уступил только обладателю гран-при, государственному ансамблю «Казачья воля» из Волгограда. Кубанский казачий хор, коллектив из Волгограда, хореографические другие коллективы, с которыми мы прежде когда-то встречались на других фестивалях. Мы рады были друг друга видеть, рады были пообщаться. Я посмотрела и увидела много других коллективов с разных городов, набралась опыта. Вот, коллектив у нас очень хороший, дружный. В поездке все друг друга поддерживали, помогали. Любой фестиваль для творческого коллектива «Заваленка» как глоток свежего воздуха. После таких поездок народники Центра культуры и искусств полны энтузиазма и новых творческих планов. Поклонникам фольклора и народного творчества остается ждать ярких концертных номеров и зрелищных выступлений.